Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Разберем задачу номер 1271. В двух бидонах 70 литров молока. Пусть в первом бидоне было x литров. Тогда во втором бидоне было 70 минус x литров. После того, как из каждого бидона продали по 20 литров молока. Итак, в первом бидоне было x литров, продали 20 литров. В первом бидоне стало x минус 20 литров молока. Во втором бидоне было 70 минус x. Продали тоже 20 литров, то есть отняли. Давайте сразу упростим. 70 минус x и минус 20. 70 минус 20 это будет 50. 50 минус x литров стало во втором бидоне. По условию задачи в одном осталось в 2 раза больше молока, чем в другом. То есть x минус 20 больше, чем 50 минус x в 2 раза. Составим уравнение. Меньшую величину умножим на 2. Это равно большей величине. Решим уравнение. Раскроем скобки. 100 минус 2x равно x минус 20. Минус 2x минус x равно минус 20 минус 100. Минус 3x равно минус 120. Чтобы найти x, надо минус 120 разделить на минус 3. Отрицательное делим на отрицательное, получаем положительное. x равно 40 литров. За x мы обозначали, сколько было молока в первом бидоне. Значит, 40 литров молока было в первом бидоне. Вопрос задачи: сколько молока было в каждом бидоне первоначально? В первом мы узнали. Значит, надо узнать еще, сколько было во втором бидоне. В обоих бидонах вместе было 70 литров. В первом 40, значит, во втором 70 минус 40 равно 30 литров молока было во втором бидоне. Запишем ответ. Мы разобрали задачу номер 1271. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.